Вам нравится есть брокколи? Большинство людей относятся к этому овощу то с любовью, то с ненавистью. Но это видео заставит вас переосмыслить свое отношение к нему. Этот зеленый овощ обладает массой полезных свойств. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, что происходит с вашим организмом, если вы едите брокколи каждый день. Брокколи, несомненно, содержит много питательных веществ и антиоксидантов. Но может ли оно сделать вашу кожу моложе? Как насчет здоровья полости рта? Мы поговорим обо всем этом и не только. Итак, начнем. Во-первых, вы получите много антиоксидантов. Брокколи богато важными антиоксидантами, которые помогают поддерживать ваше здоровье. Антиоксиданты необходимы для борьбы со свободными радикалами в организме. Если свободных радикалов слишком много, это может вызвать ряд заболеваний. Брокколи богато особым соединением, которое превращается в очень эффективный антиоксидант под названием сульфорафан. Различные исследования показали, что сульфорафан обладает рядом полезных свойств для здоровья, такие как снижение уровня сахара и холестерина в крови. Он также снижает риск окислительных процессов и стрессов. Окислительный стресс вызывает ряд проблем со здоровьем, хронические заболевания и преждевременное старение. Чтобы получить максимум пользу от брокколи, лучше всего приготовить ее на пару и употреблять в пищу. Вы также можете отварить ее или разогреть в микроволновке, но при этом вы потеряете большую часть питательных веществ. Ее также можно есть сырой. Суп из брокколи, кстати, тоже неплох. У вас будут здоровые кости и суставы. Брокколи также помогают поддерживать здоровье костей и суставов. Большинство питательных веществ, которые вы получаете из брокколи, укрепляют ваши кости и снижают вероятность развития заболеваний, связанных с костями. Как я уже говорил, брокколи – это отличный источник витамина К и кальция. Это ключевые ингредиенты для укрепления и здоровья костей. Брокколи также содержит фосфор и цинк и витамин С. На самом деле исследования показали, что содержащийся в брокколи сульфорафан может помочь снизить риск развития остеоартрита. Теперь, включив брокколи в свой обычный рацион, вы сможете избежать заболеваний костей. Уровень сахара в крови снизится. Еще одно преимущество регулярного употребления брокколи в пищу заключается в том, что оно помогает контролировать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей, страдающих сахарным диабетом. Хотя пока неизвестно, как именно брокколи это делает. Причиной может быть высокое содержание антиоксидантов, которые в течение месяца употребляли ростки брокколи, показали значительное снижение резистентности к инсулину. Клетчатка брокколи также снижает уровень сахара в крови и контролирует течение диабета. Ваша кожа будет в безопасности. Из-за разрушения озонового слоя вы подвергаетесь чрезмерному воздействию вредных ультрафиолетовых лучей солнца, и в результате растет число случаев рака кожи. Однако брокколи может стать одним из средств борьбы с последствиями повышенного воздействия. Биологически активные вещества помогут защитить вас от ультрафиолетовых лучей. Различные исследования показали, что прием экстракта брокколи поможет уменьшить рост опухолей, вызванных ультрафиолетовым излучением. Также было проведено несколько исследований на людях, посвященных воздействию брокколи на рак кожи. Экстракт брокколи является мощной защитой кожи от солнца. Воспаление в вашем организме уменьшится. Брокколи также содержит ряд биологических активных соединений, которые играют ключевую роль в подавлении воспаления в вашем организме. Эти биологически активные соединения либо работают сообща, либо справляются с этой задачей самостоятельно. Это связано с противовоспалительными свойствами брокколи. В одном исследовании, проведенном среди курильщиков, участники показали снижение уровня маркеров воспаления при употреблении брокколи. Вы улучшите состояние зубов и полости рта. Ежедневное употребление брокколи улучшит гигиену полости рта. Витамин С и кальций снижают риск заболеваний полости рта. Флавоноиды, содержащиеся в брокколи, также могут предотвратить ряд заболеваний. Наряду с этими питательными веществами, сульфорафан и брокколи могут снизить риск развития рака полости рта. Есть данные, что употребление сырого брокколи может даже помочь удалить зубной налет зубов. Известно также, что брокколи помогает отбелить вашу улыбку. А как насчет других продуктов, которые очень полезны для вашего организма? Посмотрите, что происходит с вашим организмом, когда вы едите чеснок каждый день. По подсказке в правом верхнем углу. Также вы можете ознакомиться с другими роликами на нашем канале, посвященным здоровому питанию. А вам нравится брокколи? А планируете ли вы есть еще брокколи каждый день после просмотра этого видео? Дайте нам знать в комментариях, будет очень интересно почитать.
Я благодарю вас за просмотр, желаю вам всем мира, удачи и добра, всем спасибо, всем пока.